Привет! Меня зовут Егор. Сегодня мы отправимся в прекрасное королевство, в котором живет маленькая принцесса. Привет! Я принцесса. Она живет в большом и красивом замке. Вот где она живет. И вот однажды случилось, что напал на это королевство дракон. Забрался он в замок и не выпускал оттуда принцессу больше никогда. Поставил большие страшные железные ворота. О, какой страшный! А принцесса кричала и звала на помощь. Помогите! Спасите! И вот услышал крик принцессы маленький человечек по имени Марио. Марио! Он умел здорово прыгать. Вот какой Марио! Решил он спасти принцессу. Разбежался. Пинь-пинь-пинь-бум! Не допрыгнул. Что же делать, Марио? Придумал. Надо звать друзей. И пришел к нему на подмогу его друг Смурфик. Привет, Марио! Привет, Смурфик! Я помогу тебе! Что у тебя случилось? Я хочу допрыгнуть до замка, но никак не могу это сделать. Нам нужно найти с тобой вместе волшебные кубики. Пойдем со мной. Построили они вместе вот такие хорошие волшебные кубики. Раз, два и три. С помощью этих волшебных кубиков ты сможешь допрыгнуть до принцессы. Спасибо! Спасибо, друг! Смурфик остался ждать. Что же будет дальше? А Марио разбежался, прыгнул. Раз, два, три! Долетел до принцессы, схватил ее за руку. Бум! И спас принцессу. Вот видите, вместе, дружно, ребята-друзья освободили принцессу. Спасибо тебе, Марио! Спасибо тебе, Смурфик! Вот как, ребята, принцесса позвала на помощь, и друзья спасли ее. И вы никогда не забывайте о тех, кто просит о помощи. Пока!